Разбили пирамиду. В Новосибирске началось первенство России по бильярду среди юношей и девушек. Приз – попадание в сборную страны. Дарья Грахова попыталась освоить премудрости игры на зеленом сукне. Динамичная пирамида, или как его называют, русский бильярд – самый популярный вид на постсоветском пространстве. Рекордное количество участников из разных регионов страны приехали выступить на всероссийских соревнованиях. Ну, взрослые более сдержаны, потому что все-таки это уже опыт. У юношей тоже уже кто играет где-то лет с 14, с 12. То есть они уже совершенно по-другому ведут игру. Так, ну, уже есть рисунок игры, не просто забить шар, а так называемый выход делается, последующий удар. Вот. Девушек, но они играют немножко медленнее, может, сдержаннее. Организаторы отмечают, бильярд стал заметно молодеть. Большинству чемпионов мира нет и 20 лет. Вот эту ногу надо согнуть. Основной упор на какую ногу идет? Ну, у вас получается вот... На правую, да? Элина Нагула партии проводит быстро и уверенно. Ей 13, но она уже четырехкратная чемпионка страны и чемпионка мира. Сохранять спокойствие и трезвый рассудок не проблема, утверждает девушка. Ведь соревновательная обстановка для нее не в новинку. Я хочу выиграть. Хочу стать пятикратной чемпионкой России. Эти соревнования являются отбором на первенство мира. 2 апреля станут известны имена членов сборной. Они и будут защищать честь российского бильярда в июле в Ростове-на-Дону. Дарья Грахова, Дмитрий Злобин. Новости УТС.